В России не найдешь человека, которому не было бы знакомо творчество Эдуарда Успенского. Всю свою жизнь этот человек посвятил детям и способам сделать их счастливыми. Рассказы литератора вырастили много поколений малышей, которые верят в доброту и дружбу, отвагу и честность, и поэтому способны помочь близким и родным в трудную минуту. И наверняка нет в России людей, которые бы не видели мультфильмы, созданные по мотивам книг Эдуарда Николаевича. Народное признание и любовь он заслужил благодаря прекрасным произведениям, которые показывают правильные ценности в понятной и доступной форме. Эдуард Успенский родился в 1937 году в городе Егорьевске Московской области. Его отец Николай Успенский работал в Центральном комитете партии, где занимал высокую должность. А мать Наталья Успенская была инженером-машиностроителем на ткацкой фабрике. В 1938 году семья переехала в столицу. Когда началась Великая Отечественная война, отец остался оборонять Москву, а мать вместе с детьми эвакуировали за Уралье. В городе Шадринске они прожили до 1943 года. Об этом времени Успенский рассказывал. «Каким-то образом помню также детский сад, который находился на берегу реки. Помню и то, как нам, детям, присылали посылки с фронта. У них были игрушки немецкие». В раннем возрасте Эдик рос озорным мальчишкой. Ребенок неважно учился, поэтому навострился срезать двойки из дневника лезвием. Однажды Эдуард сломал ногу и попал в больницу. Чтобы не остаться на второй год, он попросил маму принести в палату учебники. И случилось так, что они, то есть учебники, уже не казались ему особенно ужасающими. И за 2 месяца он прочитал книги от начала до конца и понял прочитанное. С тех пор, в начале каждого учебного года, я сразу от начала до конца прочитывал учебники по математике и физике. В результате я начал успевать по математике, физике и химии действительно хорошо, участвовал в математических олимпиадах и стал гордостью школы, вспоминал Эдуард Успенский. После школы Эдуард Успенский получил высшее образование в Московском авиационном институте. После учебы пошел работать инженером, а в свободное время стал сочинять сценарии и рассказы для детей. Интерес к творчеству Успенского возник еще в юности. В 9 классе Эдуард Успенский стал пионервожатым у третьеклассников. Для своих подопечных он впервые написал юмористические стихи. Успенский вспоминал: «Порой я проводил с ними целый день. Мы вместе катались на лыжах и ходили в театр. Именно эта возня с детьми сделала меня детским писателем». Недолго проработав по специальности, Успенский стал заниматься развитием карьеры литератора. Он сочинял рассказы и стихи для детей, но публиковали их нечасто. В 1965 году Союз писателей России стал выпускать журнал «Детская литература», в котором публиковали статьи о детских авторах. Весной этого же года в издании появилась статья про Эдуарда Успенского. Поэтесса Ирина Токмакова написала про меня, что я свежий, я вырос, развился и появился, словно из ниоткуда, тайно и вдруг. Но «вдруг» было неправильное слово, писал о себе Эдуард Успенский. К сотрудникам журнала прислушивались в крупных издательствах, и в 1965 году вышла первая книга Эдуарда Успенского – сборник стихотворений «Смешной слоненок». Произведения Эдуарда Николаевича пользуются популярностью среди читателей по всему миру. Рассказы Успенского переведены более чем на 20 языков мира, активно издаются и переиздаются спустя много лет после появления. Внимание автору уделили в Швеции. Там его сочинения обрели такую популярность, что герои появлялись и на телевидении, и в журналах. А сам Эдуард Успенский был приглашен в Союз писателей Швеции. Произведения Эдуарда Успенского ценили такие европейские мастера детской литературы, как Астрид Лингрен, Туве Янсен и Анна Шмидт. В 1966 году Успенский написал книгу «Крокодил Гена и его друзья». Произведение, которое позже принесло писателю популярность, приняли не сразу. Успенский вспоминал. Борис Захадер сказал примерно так. «Ну что сказать,
вы написали Эдик такую легкую сказочку. Особой чести она вам не сделает, но написали и написали. Мнение Захадера мне всегда было интересно, но в глубине души я чувствовал, что это моя вещь, не совсем легкая сказочка. Когда в 1968 году советский журналист Алексей Аджубей попросил своего сына принести любимую книгу, тот принес «Крокодилу Гену» и его друзей и сказал: «Вот книжка, по которой нужно сделать мультфильм». Через несколько месяцев началась работа над экранизацией. Мультфильм отличался от книги. По задумке Успенского, главным героем сказки был крокодил Гена. Писатель подробно описал его биографию. Сначала он служил в десантных войсках, потом работал на шоколадной фабрике, в милиции, а оттуда крокодила взяли в зоопарк. Был у Гены и напарник – крокодил Валера. В этой сказке герои с необычными именами. В одном из интервью Успенский рассказывал, откуда у Чебурашки такое имя. Однажды в гостях у своего друга Феликса Канделя он наблюдал, как племянница друга спотыкалась о шубу, которую родители купили ей на вырост. «Опять чебурахнулась», – в очередной раз сказал Кандель. Это слово очень понравилось писать, и так появилось имя у Чебурашки. Но привычный внешний вид, большие уши, короткие лапы и огромные глаза – Чебурашка обрел только с выходом мультфильма. В сказке Успенский описывал зверька так. Глаза у него большие и желтые, как у филина, голова круглая, заячья, а хвост коротенький и пушистый, такой, какой бывает обычно у маленьких медвежат. Но об ушах Чебурашки ничего не было сказано. Их нарисовал постановщик мультфильма Леонид Шварцман. Над эскизом героя художник работал почти 3 месяца. Сначала у Чебурашки были уши на макушке, но потом они начали сползать и увеличиваться. А героиня сказки «Вредная старуха Шапокляк» получила свое имя в честь складного цилиндра. Именно в таком головном уборе и изобразил персонажа художник Шварцман. Строгое платье, белые кружевные манжеты и туфли-лодочки на каблуке дополнили образ. Но если в мультфильме Шапокляк постепенно исправляется и начинает помогать гении Чебурашке, то в книге Успенского ее навсегда уносит связка воздушных шаров. В 1972 году Эдуард Успенский написал и провел первый выпуск образовательной передачи «Радио Няня». Программа выходила на всесоюзном радио. Ее ведущие в первое воскресенье месяца объясняли детям правила русского языка, законы физики, химии, учили вежливости и этикету. Редактор «Няни» Елена Лебедева вспоминала: «Пригласили всех, кто в то время успешно писал для детей. Сидели, придумывали, а задача одна – как отыскать дорогу к сердцам детей, наших радиослушателей. Но у нашей радионяни заботы должны быть особенные – развлекать, шутить, даже озорничать, но между тем и уму-разуму поучать». Эдуард Успенский до самого закрытия программы был ее постоянным автором. В том же году вышла книга Успенского «Вниз по волшебной реке». Писатель в ней соединил русские народные сказки и современность. Митя приезжает на каникулы к бабушке в деревню и помогает Василисе Прекрасной, дядюшке Домовому и царю Макару решать их проблемы. В 1974 году опубликовали одну из самых известных повестей Успенского – книгу «Дядя Федор, пес и кот». Самостоятельный городской мальчик уехал из дома и поселился вместе с котом и собакой в деревне Простоквашино. Идея произведения пришла к писателю еще в школе, когда он был вожатым у третьеклассников. Изначально дядя Федор был взрослым лесником, однако писатель Борис Захадер посоветовал Успенскому сделать его ребенком. У кота Матроскина был прототип. Это редактор киножурнала «Фитиль» Анатолий Тараскин. Успенский вспоминал: «Я ему позвонил и сказал: Толя, я пишу кота. Он хозяйственный, умный, работящий. Я пишу его с тебя. Я дал ему твою фамилию. Это будет кот Тараскин». Автор говорит: «Да ты с ума сошел? Ты хочешь меня на всю Москву высмеять?» Пришлось поменять на Матроскин. А потом Толя мне сказал: «Какой же я был дурак, надо было фамилией поделиться». Уже в следующем году на экране вышел мультфильм «Дядя Федор, пес и кот». А через несколько лет по мотивам произведения Успенского режиссер Владимир Попов снял еще 3 ленты: «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».
Сценарий написал сам Эдуард Успенский, но знаменитую фразу Матроскина добавил в текст Попов. «Это дядя Федор, бутерброд ешь». Эдуард Успенский писал сценарии передач для телевидения. С 1975 года он работал над образовательной телевизионной программой «АБВГДИК». Писатель придумал интересный формат уроков спектаклей, где роли учеников играли клоуны. Эдуард Успенский написал повесть «Колобок идет по следу». Историю двух детективов, которые распутывают преступления и ловят бандитов, оценили за рубежом. Мультфильм по повести «Следствие ведут колобки» получил приз престижного кинофестиваля в Арне. В 90-е годы герои Успенского менялись вместе с ситуацией в стране. Они обсуждали военное положение, а почтальон Печкин мечтал стать министром КГБ. В 1992 году вышла книга «Бизнес крокодила Гены», где Чебурашка, Шапокляк и девочка Галя думали об инвестициях, акциях и прибыли. В это же время писатель придумал нового персонажа – Жаб-Жабыча Сковородкина. Успенский выпустил с ним серию книг «Жаб-Жабыч Сковородкин», «Сын Жаб-Жабыча» и «Жаб-Жабыч метит в президенты». Эдуард Успенский также написал учебник по радиотехнике для детей, лекции профессора Чайникова. С сентября 2002 года выходит развлекательно-познавательный журнал «Простоквашино» для детей младшего школьного возраста. Создатель журнала – известный детский писатель Эдуард Успенский. В каждом номере печатаются смешные детские стихи, небольшие рассказы, комиксы с участием любимых персонажей дяди Матроскина, Шарика и почтальона Печкина. В 2010 году Эдуард Успенский получил премию имени Корнея Чуковского за выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе. В этом же году на экраны вышел мультфильм «Фиксики» по повести писателя «Гарантийные человечки». «Меховой интернат» – детская повесть Эдуарда Успенского о дружелюбных животных, которые тайно поселились в подмосковном дачном поселке и пытаются наладить контакт с людьми через детей. Главные герои этой книги – обычная семья учителей. Мама – учитель начальных классов, папа – преподаватель математики, а бабушка – директор школы на пенсии. Все они воспитывают дочку и внучку по имени Вера. И той, конечно, приходится очень несладко. Ведь, как справедливо замечает автор, ни в одном мире на одного ребенка не приходится столько руководящих педагогических работников. Все творчество писателя-сказочника Эдуарда Успенского посвящено желанию научить детей быть добрыми, отзывчивыми. Веселые приключения рассудительного дяди Федора, обаятельного крокодила Гены и их друзей нравятся и детям, и взрослым. А в чем же секрет популярности? Эдуард Успенский объясняет этот феномен простыми. Цель каждой сказочной истории – подарить детям ощущение хорошего и веселого мира. Нельзя постоянно указывать детям на негативные стороны жизни. Дети поверят, что так и должно быть, привыкнут жить со злом. В каждой книге добрые герои должны своими поступками попытаться сделать мир лучше. И ребятишкам необходима любовь и доброта окружающих. Читайте неповторимые книги Эдуарда Успенского.